В академической гимназии имени Максимовича Тверского государственного университета состоялся августовский педсовет. На нем были определены тактика и стратегия на предстоящий учебный год, а также подведены итоги предыдущего года. Подробнее в нашем следующем сюжете. Учебный год академическая гимназия начнет в максимальном составе, как преподавателей, так и учеников. Более 350 гимназистов сядут за парты, в том числе это 40 ребят из губернаторских классов. Кстати, обучение в гимназии проходит, исходя из требований дня сегодняшнего. И в отличие от обычной школы, преподаватели здесь те же, что и у студентов. Стараемся реализовывать свою модель поддержки, развития, одаренности. Эта модель заключается в том, что мы сочетаем учебу с наукой, с профориентацией обязательно, с тем, чтобы дети имели представление, как в современных условиях высшего образования, так и с возможностями трудоустройства на Тверской земле. Академическая гимназия развивается вместе с Тверским государственным университетом. Считается одним из сильнейших учебных центров региона. Здесь с самого раннего возраста детей учат быть самостоятельными и мотивируют на достижения. Самые различные бывают форматы уроков. Очень нравится нам с ребятами, им особенно, поэтому я тоже это очень полюбила, проекты различные выполнять, защищать, голосовать за них, получать призы. Поэтому вот это вот творческое направление, оно, наверное, у нас занимает лидирующую позицию. Новый учебный год в гимназии, как и во всех школах Тверской области, начнется в очном формате. Поэтому встречу с учениками после каникул с нетерпением ожидают преподаватели. Очень надеемся, что весь год учебный пройдет в очном формате. Предпринимаются все меры для того, чтобы год именно так прошел. Хочется, конечно, чтобы были замечательные, целеустремленные, мотивированные ребята. Очень жду встречи с новыми классами. Если говорить о результатах выпускников, то почти все гимназисты становятся студентами ведущих вузов страны. Кто-то остается в родном городе, другие поступают в другие регионы. И глядя на них, кто только еще приступит к занятиям в гимназии, уже знает, чего хотят достигнуть.